Кавказского хребта ехать интересно. С правой стороны нависают горы, впереди дорога, а слева степи. Это очень как-то радует, бодрит. Интересная дорога. Раньше, в советские времена, в этих местах вдоль дороги высаживали вот такие вот деревья и всегда их белили. И здесь, похоже, традиция до сих пор еще осталась, побеленные деревья. И вот если в 50-е годы кто-то здесь проезжал раньше, то все вспомнят вот эти вот кусочки оставшихся вот этих покрашенных деревьев. Такая ностальгия. Вот, а мы сейчас должны где-то через 10 километров повернуть уже на Эльбрус.